Вот уезжает Евгений Изотов. Да. Да, простились. Можете помахать рукой и проститься. Все. Господи, помилуй, благослови. Во веки слава! Аминь. Аллилуйя. Все. Так, поехали. Мы сейчас тоже собираемся, да, Елена? Как командует? Когда едете? А вот как скомандует? Да. Кого скомандует? Я говорю, говорите, что надо у делать. У нас все делать, нечего уезжать, чем раньше прийти, да. Тем лучше. У нас самолет в 6 утра завтра. Ну, все равно. Но мы вот сейчас мы уже еще не покажем. Если только купаться, думаете? Не-не, мы будем уже собираться, да? А что вам собирать-то? Ну, сумки, книги. Давайте, несите. Все, давайте, мы сразу проводим и займемся своими делами. Вы проводим. Вы проводим. Быстро. А не проводим. Удивительно Господь устроил, как все. И погода, и люди, и вообще. Комаров вчера не было, это да чудо. Да нет, сейчас своим комаров нету. Ну. Так июль уже. А? Комара много, потому что лето засушливо было, поэтому комара вообще мало. Да. Ну вот будет мошка, она хуже комара. Геннадий Иванович, это сестра спрашивает, когда обед будет. Ну сейчас пойдем пообедаем. Давай. Давай, готов на стол. А, не готова? Давай, рыбу всякого калибра. Так нету, ничего не сделали. Ничего нет. Мы же не чистили рыбу. Привезли. Я спрашиваю, что соблазняет. Так я его все, подожди.